R3 запускает Corda 1.0. R3, компания с распределенной базой данных, запустит свою платформу Corda 1.0 к концу сентября. Об этом сообщает CoinDesk. Протокол Corda уже прошел ряд испытаний. В июне он был успешно протестирован группой японских финансовых организаций, которые использовали платформу для упорядочения обмена производными инструментами. Бета-версия, запущенная в 2016 году, уже использовалась при разработке ряда доказательств концепции и в первоначальных испытаниях. Руководитель проекта Corda Майк Уорд ожидает, что запуск приведет к новому этапу развития, на котором участники консорциума смогут найти неожиданные способы применения совместно используемого распределенного реестра для экономии средств и генерации новых источников дохода.